Адреналин, флипперс или простой коктейль? О, нет. Больше ты меня в это не втянешь. Да, ты права. Это мой крест. А полечу-ка я завтра, к примеру, в Париж. И там у Веры Вонг сама все посмотрю. Кэти, я отчасти сама все это замутила, поэтому хочу задать тебе вопрос. Скажи, а брак с братом действительно хорошая идея? Ну, он, конечно, шизик, но зато какой верный. В наши дни это такая редкость. Смотри, как он носится с этой, ну, как ее, ложно-беременной псевдоженой из провинции. А, здравствуй, солнце. Привет. А я нашла, где можно недорого арендовать замок. А зачем? Ты вступила в тамплиера? Да нет, для нашей свадьбы, глупый. Ну, я ж типа еще думаю. У тебя уже нет выхода? Да выход всегда есть. Я ушел. Как ушел? У нас же совет директоров. Или что, я одна должна выслушивать всю эту чушь про газ, уголь, нефть, сталь и биржевую аналитику? Сядь, сестра. А ты представь, что нефть – это шмотки. Уголь – это косметика. Сталь – это недвижимость. А газ – это мужики. Сразу станет интересно. Все, пока. А ты куда? Я в галерее. У меня важные дела. В галерею? Ничего не хочу сказать, Кэт. Но раньше, когда он говорил, что у него важные дела, это означало, что он замутил с очередной, с актерского или журфака. Знаю я одну. Журфачницу. Знаю. Добрый день. Вы опять опаздываете, гражданин Нащекин. Ты кинул санрайз один раз, и мне минералки. Гражданин Нащекин? А почему не господин Нащекин? Или вы собираетесь меня арестовать? Да куда мне? А вот вы лихо сегодня с утра оставили меня без копейки. Не понял. Да ладно, бросьте. Разве не поэтому сегодня в редакцию позвонил инвестор нашего журнала и поставил мое увольнение обязательным условием? На Щекины все было не так. А, это опровержение той вашей статейки? Да, да, да. Ну, наконец. Но, увы, я ни при чем. В смысле? А кто? Ну, судя по стилю, это похоже на мою сестру. Она очень мнительна во всем, что касается семейной репутации. Пожалуйста, ваш заказ. А вас правда уволили? Навсегда? Навсегда и не бывает. А хотите, я попрошу вашего главного, чтобы вас взяли обратно? Правда? А зачем вам это надо? Может, вы мне нравитесь, Анастасия. Вы похожи на Джессику Лэнг. Ну, помните фильм «Почтальон всегда звонит дважды». Звонит дважды. Всегда мечтал с ней переспать. Вы хам или это шутка? Шутка. Но это хамская шутка. Согласен. Но это не отменяет того, что вы похожи на Джессику Лэнг. Ладно. Если вы позвоните главному, я перед вами извинюсь. Так уж и быть. Диктуйте номер, Джессика. Надеюсь, вам не придется звонить дважды. Итак. Ну и последний штрих. Согласно сегодняшней биржевой сводке, наш концерн снова вошел в десятку богатейших концернов страны. И не в последнюю очередь этим мы обязаны моему, я бы сказал, судьбоносному решению закрыть завод в Усть-Каменске, что позволило нам высвободить средства для рекордной по срокам модернизации наших остальных заводов. Таким образом, объем выпускаемой продукции за последний месяц увеличился на 40%. Исключительно благодаря мудрому решению руководства. Ну, положим, не руководство, а лично управляющего, но в общем и целом я с вами согласен. Глеб Георгиевич. Да? Скажите, пожалуйста, а как же Усть-Каменск? Ведь у него теперь есть все шансы стать мертвым городом. Зато теперь все знают, что не надо нас злить. Ой, дождь. А пойдемте.
Вот моя машина. Подвезете? Прошу. Благодарю. Пристегнитесь, езжу я быстро. А я люблю, когда быстро, сегодня же четко, я же говорю. Мы поехали? Вращение Земли постепенно замедляется. Каждый новый день длиннее предыдущего. И что? Завтрашний день принес бы нам больше удовольствия. Да. Потому что был бы длиннее. То есть ты хочешь сказать, что мы поспешили? Да нет. Ты чем-то недовольна? Я? Меня сводили в ресторан, меня восстановили на работе, еще этот бонус в конце. Вот бы мне еще получить эксклюзив на твою свадьбу. А вот об этом даже не думай. Почему? Ты не собираешься освещать? Не собираюсь жениться. Так что закатай губу. Да. Хватит с тебя и восстановления на работе. Да иди ты. Спасло тебя от тяжелых телесных повреждений, понял? Тихо, 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 Кэт. Это все? Это все, что ты мне можешь сказать? Кэт, во всей этой эпопее со свадьбы я не сказал тебе ни да, ни нет. Так что все, что нас с тобой связывает, это всего лишь чуть более долгие периоды знакомства, чем, скажем, с Настей, поэтому... Я знаю, но это не отменяет того, что ты сволочь и хам. Ненавижу. Кобель. Все? Давай! Яна Владимировна, статья 132, часть 2. В столовую пойдешь. Акимова. Есть. Акимова Валентина Сергеевна, статья 159, часть 3. На уборку территории. Угу. Кротова. Кротова Яна Александровна, статья 135, часть 2. Тоже на уборку. Есть. Бекова. Бекова Виолетта Алексеевна, Степанова. Статья 163. Степанова Дарья Степановна, статья 105, часть 2. Столовую. Ломова. Ломова Татьяна Алексеевна, статья 105, часть 2. Прачечную. Есть. Звягина. Звягина. Екатерина Михайловна. Статья 159, часть 2. Канцелярия. Матвеева. Матвеева Вера Викторовна. Статья 105, часть 1. Медблок. Уборка, уход за больным, мытье полов. Хорошо. Хорошо. Может, ты мне окей скажешь? Говори, как положено. Есть. Не слышу. Есть. Хорошо.
Казакова! Казакова Татьяна Павловна, статья 164, часть 1. Прачечная. Я тебе сейчас иглу в шею воткну, поняла? Ты что, очумела? Вали отсюда, чмо безрукое! Ольга Павловна! В чем дело? Да деваха это опять систему разбил, ругается. Ну, пошли. Покажешь, кто там у нас сил набрался. Попкова, ты наши правила знаешь. Либо ты больная и лежишь здесь и лечишься без разговоров. Либо ты не лечишься, и тогда ты здоровая. А это значит что? Ну, Павловна, ну ведь косячит же. Ну, смотри, как разворотила. Я сама и то лучше поставлю. Можно я попробую? Чего попробуешь? Укол внутривенный сделать? Систему поставить? И сделать, и поставить. Я умею, правда? Наркоманка. Нет, я медсестра. У меня есть диплом, я работала в больнице. Не дай бог скосячишь, в хату живой не вернешься, поняла? Заключенная Попкова, думай, в присутствии кого ты угрожаешь физической расправой. Ну давай, показывай, что там у тебя за диплом. Витя, но все же нормально будет, а? Не боись, мать. И на зоне люди живут. Маш! Ты чего, Витя? Витя, ты чего, Витя? Витенька! Ай! Эй, кто-нибудь, помогите! Помогите! Витя, я сейчас! Сейчас! Врачи, помогите! Помогите кто-нибудь! Чувствуешь тепло? Да, жара идет. Хорошо. Рукой не двигай, лежи спокойно, ладно? Угу. Все. На гире сидишь? Нет. Фамилия? Матвеева. Значит так, заключенная Матвеева, с сегодняшнего дня будешь распределяться на работу сюда, медсестрой. Вашему бригадиру я скажу. А ты, милая, прими у Матвеевой халат и ведро, иди работай по специальности. Ольга Павловна! Ольга Павловна! Витя! Витя! Доктор! Доктор, ну что? Марья Петровна, сделали все, что могли. Стресс, старость, сердце и так, никуда. Так значит, что? Люсь, оформляй. Держитесь. Присядьте. На смерть друга. Стихи. Ушел мой друг. Покинул ты меня. При жизни ты был соткан из огня. Удобный больше не увидит двух. Погостом будет. Лебединый пух.
Машенька, успокойся. Прощай. Успокойся, дорогая. Пойдем, пойдем. Пойдем. Спи спокойно, друг. Антох, пошли. Антон, девчонки из дома звонили, стол накрыт. А я спросила, между березой и сосной, скажи, кукушка, скольки лет мило проживет это со мною. Ку-ку да ку-ку, еще ку-ку, и торопливо улетела. Вер, ну что там, умер кто? Папа. Угу. Господи, это все чудовищный сон, правда? Я же проснусь, правда, и все будет как надо. Обязательно. А сдай сахарку на общак, братух, девкам чайку попить. Бери, пожалуйста, я сладко вообще не ем. А кто не курит и не пьет, того в лифте током бьет. Я курить. Ты смотри, Танча у нас тут главная по беспределу. С ней контач не западло, но опасно. Вера, иди чайку хлебни. Мне просто ее по-человечески жалко. Она так же, как и я, сидит. Ей так же, как и мне, плохо. Так же, да не так же. Знаешь, за что начальница? Нет. Ну вот узнай сначала, что и как. А я узнала. А потом начинаю гуманизм разводить. А он... Танька мужу своему в суп отраву намешала для вредителей. А потом... Ребенка колготками задушила. Мальчика. Полтора годика. Господи, за что? А муж ее к любовнику не пускал на другой конец города. Еще по ресторану тусить. И трахаться по три дня без проспу. Тик-транзит, Глория Мунди. Че? Так проходит мирская слава. Вот точно. Мунди. Мунди. Не говорите. А все, ночь впереди. Былые годы не вернутся. Он виноват, подлец во всем. Ты главное, не переживай. Хорошо, хоть жива осталась. Ой, прости. Кстати, я слышала, есть айфоны для левшей. Надо тебе купить, пока не выздоровеешь. М? Мне тут больно. Что мне твои айфоны? У меня личная жизнь в клочья. Он с этой девкой. Милая моя, по-моему, только ты одна на всей планете обращаешь на это внимание. Девки были и будут, это неизбежно. А жена и жена. Нет. Мне нужно так, как мне нужно. Или никак. Ну, значит, останешься одна. Ты мне лучше скажи, почему ты не хочешь, чтобы Димка приехал? Давай я с ним поговорю. Вот, свою туда положи. Да, что там у меня? О, четверочка. Ты не тычь мне, что ты сама знаешь. Так, куда сейчас свою лапку тычешь? Что ты тычешь? Он что-то меня не стыдит. Медсестра наша. О, Веронька пришла. Дай посмотри. Так. Дай посмотри. Слышь ты, принеси спиртика из медблока нам. Отстань. И не приближайся ко мне, гадюка. Ты чё, сам Колховская восстала?
Ты чё сквозь зубы мне цедишь? Убью, гадюка! Сука ты! Шатанчик! А чё на себя строить, тётя Даша, угомони её! Я угомоню! Всё, всё, тётя Даша, всё! Смотри мне! Пусти. Всё, давай. Видеть тебя не могу. Убийца. А ты-то кто сама? По 105-й чалишься. Ты за что сына своего убила? Маленького. Мой сынок умер, только родился. Даже на руках его подержать не успела. А тебе зачем Бог ребенка дал? Чтобы ты сама его своими руками? Не человек ты после этого. Тварь ты последняя! Сука! Матвеева! А ты зря судить выскакиваешь! Здесь судьи не любят! За тварь ответишь! Прищеми язык! Чтобы я этого не слыхала! И ты молчи! Не доводи до греха! Здесь за оскорбление строго спрашивают. Ну что? Проветрись, сказала! Поплачь, поплачь, пока слезы есть. За 10 лет все завтра пишешь перевод в третий блок, поняла? А с чего? Сиди! С того, что я так сказала. С того, что у нас здесь не беспредельная хата. Правильно, тетя Даша? Правильно! Тебе тетеха вчера плохо объяснили. Ладно, напишу! Напишу! Но этой падле все равно не жить. Имей в виду, тетя Даша. Я право имею. Имеешь. Но по закону. После толковища. И то, как старшие скажут. А так, как ты только месяц суса себе заработаешь. А что такое сус? Объясни. Строгие условия содержания. А как тетя Даша может это устроить? А тетя Даша бугор. Она заявление напишет, и вместо понедельника суббота будет. Поняла. Твои бы слова, да богу в уши, Катька. А меж тем сегодня только вторник, а до субботы как до Китая пешком. Спите уже, балаболки. Да, действительно, давайте уже. Тихо, все. Дим, ну у тебя совсем нет самоуважения. А что такое? Эта потаскуха Анастасия искупала тебя в унитазе. И меня вместе с тобой. А ты? Мало того, что вернул ей работу, так... Я еще и журнал ее покупаю. Чтобы ее точно уже никто не уволил. Что еще? А Кэт? С Кэт я тоже, мои милые, разберусь сам. Без вас. Привет. Не навестить больную подругу с моей стороны было бы невежливо как-то. Заговорил, как муж твоей сестры. Видимо, старею. Жуть. Ну, как ты? Все супер.
Трещина в руке, а так целая. Прости, Кэт. И как же мы дальше будем? Ну, как-то будем. Но будем обязательно. Ты нужна мне. Если устала, можем вернуться. Нет, врач сказал, надо минимум 2 часа ходить. Слушай, надо, наверное, перенести дату регистрации. Пока у меня все заживет. Да, ты права. Надо подождать несколько месяцев. Дим, скажи, ты ведь ее еще любишь? Ведь любишь, да? Я ничего не знаю. Прости, мне пора. Что вызвал столь внезапно. Итак, на руководство роддома, в котором рожала ваша жена, в настоящее время заведено уголовное дело о передаче за деньги новорожденных детей в состоятельные семьи. Вот посмотрите, протокол и выписка из уголовного дела. Доставлено без документов под именем Эльвира Николаевна Потапова. Мальчик. Передан Потапом за вознаграждение. Так. Заведомо ложное заключение о его смерти. Настоящая мать. Матвеева Вера Викторовна. Похоже, ребенок Веры жив. Но, чтобы наверняка, давай подождем еще данных. Привет, Антох. Здорово, мужики. Здорово. Привет. Здорово. Мы тут с мужиками вам денег собрали. Немного, но ты уж держи, не тащи. Времена волчьи настали. Мужики, ну, у вас самих денег нет. Бери, Антох. Мы прорвемся, у тебя мать одна осталась. Бери, не обижай. Спасибо. Да ладно, что ты. Спасибо. Нормально, нормально. Все нормально. Михалыч. Да. Вера-то как? Более-менее. Да, тюрьма есть тюрьма. Зятёк-то твой бывший не проявлялся? Да пошел он, мразота. Ничего, прорвемся. Ага. Точно. Послушайте, а вам не кажется, что состряпать можно любую бумажку? То есть главврач лжет? Лжет. Я, простите, да как вы можете? Как вы вообще смеете такое говорить? Это мой мальчик, моя кровиночка, его сутки рожала я. Сутки? Да, сутки. Это, по крайней мере, просто смешно. Какая-то Вера Матвеева. Я впервые в жизни такое слышу. Зачем мне чужой ребенок? А вот это заключение врача о бесплодии вашей жены, выданное 1.5 года назад. Это как понимать? Что? А, это...
Послушайте, под Москвой есть одна полузабытая деревушка, которая называется... Разъявные... Да-да, точно, разъявные кузова. Так вот, мы ездили туда омываться, извините, в целебном источнике. Тогда докажите это. Омовение доказать? О, боже. У нас фотографии есть. Да нет, нет, фотографии оставьте для одноклассников. Я говорю о генетической экспертизе. Так. Вот адрес. Завтра в 9 утра. Там вам все пояснят. Советую не опаздывать. Иначе я буду вынужден внести вас в списки федерально разыскиваемых преступников. Пошли. Ничего, ничего, ничего. Я позвоню еще куда надо. Поборемся. Да, круто вы их. Кстати, тебе тоже нужно сделать генетическую экспертизу. Вы же знаете, что это не мой сын. Ну вот и проверим заодно. Это же просто какая-то глупость. У ребенка была хорошая семья, его любили. Сестра, ты меня поражаешь. Это ребенок. Его мать думает, что он умер. Вот, кстати, обо всем этом деле с роддомом. А как вообще они выбирали детей? Отказники? Где-то отказники, а где-то откровенная ложь, как в ситуации с Верой. Такие деньги. Откуда они знают, что ребенок вообще здоровый? Может быть, потом у него какая-нибудь болезнь проявится. Ну, тогда все. Тут уж в суд не подашь. Да поймите вы, этот роддом как-то связан с похитителями. Да не было никакого похищения. Да вы мне говорили, что и беременность семимесячная. А врачи сказали, что ребенок мертвый. А теперь я узнаю, что все это не так. Все наоборот. Ладно. Мне пора. Держи меня в курсе расследования, Шерлок. Наташ! Привет. Привет, ой. Держись. Как ты? Токсикоз прошел? Да, прошел, нормально. Хожу вот потихоньку в консультацию, отмечаюсь. Антон знает? Нет. И ты молчим. Не нравится мне все это. Мне пофиг, что тебе не нравится. Это мое дело. И его. Больше ничего. Ну так-то это так. Каждый сам знает, что делать. Вот и я знаю. Что знаешь? Уволился я. Поеду в колонию к Вере. Правда? Да. Вот это поступок. Переодевайся. Обратно? Зачем? Пойдешь в 205-й. Дело одно есть. Какое дело? В номере есть сейф. Откроешь его вот этим ключом. В сейфе лежит мешочек. Возьмешь мешочек, принесешь его сюда. Поняла? Что мне за это будет? Тебе за это ничего не будет. Тебе будет, если ты туда не пойдешь. Ты усекла? Или на маслы поставить для полной картины, а? Идешь? Иди. Иду, черт. Дай одеться. Девушка. А вы что здесь делаете? Я полотенце сменить. Так вроде утром меняли. Я по личной инициативе. Черт. Черт.
Давай скажи что-нибудь на прощание. В духе бати твоего. Ну, за ветер добычи, за ветер удачи, чтоб зажили мы веселей и богаче. Здорово. Михалыч сочинил? Не, Джон Сильвер из «Острова сокровищ». Круто. А вы Вере посылку собрали? Да, мать все собрала. Ты завтра зайди перед поездом, забери. Только не забудь. Не забуду. Антон, мне сказать тебе надо кое-что. Наташка в положении. Кто там? Наташа, открой, пожалуйста. Да правда, что тебя... Что у тебя... Денис сказал? Хотя, что я спрашиваю? Правда или нет? Ну, что-то как на пожаре. Ну, правда. И что? Я тебя люблю. Люблю, люблю, люблю. Ну, так бы и сразу. Глупенький ты мой. Глупый ты, Антон. И все еще не совсем взрослый. Ты имей в виду, что я никогда... Я в жизни слова тебе не скажу, так что ты не беспокойся. О чем не беспокойся? Ребенок, он же Васькин, да? Ну, это от Васьки. Знаешь что? Ты не совсем взрослый. Ты совсем не взрослый. Ты маленький и тупой, к тому же. Наташ, я тебя не понимаю. Ну, вон пошел. Ты чего? Рыцарь. Пошел вон, понял меня? Чтоб не тут твоим благородством не воняло. Ты имей в виду, сегодня у тебя последний шанс. После обеда он выписывается. Миленький, мне первого раза хватило. Я там чуть со страху не трехнулась, когда он вошел. Ты слышала когда-нибудь такие слова? 3 миллиона. В том сейфе камней на 3 800 000. Делить будем по справедливости. Это как? Это значит 800 тысяч тебе, а 3 миллиона мне. Нормально за полминуты страха? Нормально. А потом куда? А когда деньги? Когда продашь? А где отвисать? Давай 850. Ты сначала дело сделай. И чтобы тихо. Никому ни слова, ты меня знаешь. Одна я остаюсь совсем. Может, не поедешь все-таки? Мам, ты же понимаешь, вдвоем мы здесь скорее загнемся. Работа-то вся в Москве. Да так-то оно так. Когда ж тебя ждать-то теперь? Ну, в отпуск. Через 4 месяца. Если раньше удастся подниматься, доскочу. Сынок, что там у вас с Наташей? Заходил к ней? Заходил. Ну и что? Ничего. Береги себя. Я позвоню. Счастливо. Диплом, паспорт, это военный билет и трудовая книжка. Будете изучать?
А чего ж тут изучать-то? Ты чего из больницы ушел? А? Главная штука. Наркотики? Нет. Значит, баба, ты не морщись, не морщись. Я таких, как ты, декабристов перевидал. Ты чего сюда прискакал? Глаза выпучил? Я обязан отвечать. Значит, точно баба. Анфас у тебя не наркоманский. Вот так, главная штука. Вы возьмете меня на работу? Да ты присядь, присядь. Вакансии есть. Чего же не взять? Но смотри у меня. Старикулист. Если у меня из-за тебя девки вены резать начнут, ты у меня живо отсюда, в свой этот Усть-Каменск, высунешься. Главная штука. Справлюсь. Ага. Ты вообще в курсе, куда ты попал? Здесь жилья нет. Это не общага. Ближайшая деревня здесь 10 километров. Главная штука там, три бабки, остальные алкоголики. Комнатку там снимать будешь. Утром сюда, отсюда как придется. Мечта, а не работа. Значит, сейчас к ночмеду. Пройдешь инструктаж, и все, заступай. Вот так, главная штука. Ну что, оборудование минимум. Если какой-то тяжелый случай, обычно везем в город или в край. О, а это наше главное сокровище. Вера Матвеева, капельница, любые уколы, знает инструментарий, ассистирует, шьет. А сколько всего больных? Так, именно больных 10 человек. Три красавицы косят от работы. Еще две скрываются от карточных долгов. Одна отравление суррогатом алкоголя. Выпила мою жидкость для снятия лака. Царствие Кощея? Не страшно? Да не особенно. Ольга Павловна, у меня все. Я могу идти? Да. Поспишь сегодня в палате. Утром конвойная отведет тебя в барак. Я договорилась. Денис Евгеньевич, до свидания. До свидания. Денис. Ну ты даешь. Наконец-то, Верочка. Ты что, из-за меня сюда приехал? Честно, да, не могу больше. Не могу, понимаешь? Жить не могу, только о тебе и думаю. Вот как. Спасибо. Хорошо, что приехал. Хоть родное лицо. Как же ты тут? Ты на время приехала? Или на все 10 лет? Да на все 10. Совершенно сумасшедший. Да ты не подумай. Я все рассчитал. Здесь же как в армии. Ни на что тратить не надо. Все казенное. Только на жилье, а зарплата царская. Мы с тобой за 10 лет на целый остров собственный накопим. Хочешь остров? Хочу. А там будут кокосовые пальмы и мангровые заросли. Обязательно. Самые кокосовые и самые мангровые в мире. Нет, Денис, нет. Хорошо. Совсем забыл. Тебе твои посылку передали. Спасибо.
Мамины. Господи, когда ж домой? Когда ж домой? Принесла? Умница. Умница, умница. Бабам. Чё дальше-то? Чё дальше? Иди работай. А мне пора рвать. Что значит рвать? А бабло? 800 тысяч. Ну, камушки нужно реализовать сначала, да? Работай спокойно, я тебе звякну, как все нарисуется. Ты что, с ума сошел? Как я смогу спокойно работать? Он же меня видел, тем более вчера. Да меня спалят в 3 секунды. Да не будь дурой, я не я, лошадь не моя. У них нет никаких доказательств. И чё? Они будут разбираться, а мне в тюряге отсвечивать. Сейчас. Тихо ты. Значит так, зайка. Дело мы с тобой сделали. Теперь сиди и жди оплаты. Поняла? Больше мне тебе сказать нечего. Нечего? А если я закричу, а? Вот если ты сейчас закричишь, я тебе в живот выстрелю. Здесь такой кипиш начнется. А я потихонечку свалю. А ты останешься скорую ждать. Как тебе такой вариант, а? Как тебе такой вариант? Стёп, ну я ж нормально, Стёп! Я с тобой тоже нормально. Сказано жди, значит жди. Тихо. И в тюрьме тоже люди живут. Если молчат, правда. Хочешь, вон Верку свою спроси. Можно? Я к вам уже последнее время как на работу. Есть новости? Есть. Возможно, они тебя удивят. Возможно, сильно удивят. А возможно, и обрадуют. Пришли результаты экспертизы? Ну что, это ее ребенок? Ее. И твой. Это ваш с ней ребенок, Дмитрий Андреевич. 99,9%. Вот это я понимаю. Новость века. Боже мой. Боже мой. Понятно, понятно. Ничего, все в этой жизни можно исправить. Павел Алексеевич, если можете, подскажите, я в полной прострации. Ну, первым делом нужно забрать ребенка тебе, как законному отцу. Я думаю, что с данными этой экспертизы до суда дело не дойдет. А вот потом... Точно. Это самое главное. Потом я знаю, что потом. Я знаю.
может быть, все же встретимся снова. Может быть, будет нашим рассвет. Может бояться нежного слова. Нет больше смысла понятен ответ. С легкой надеждой, голосом нежным нас позовет оживая весна. Что-то забудем, подарим людям.